Итак, за сегодня мы провели хорошую работу на объекте. Вынесли оси, установили обноску. Все, габариты дома ясны. У нас есть привязка к существующему забору дороги. Дом расположен параллельно. При посадке дома возникли определенные трудности, связанные с расстоянием от построек, таких как хозблок и дом. По нормативным документам, по пожарным нормам, расстояние между домами подобной конструкции капитальной должны быть 6 метров. Нам пришлось на 2 метра дом снести. Вот наша первая ось. Бытовой городок начинает потихоньку